Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Control. Короче, я посмотрел прохождение, и, скорее всего, у меня сработал баг, связанный с тем, что нужного элемента в комнате просто нет. То есть я вот специально при вас сейчас пробегу это все, что у нас было, то есть всю локу. Благо я найду себе. А, ну давай. Давайте постреляемся хоть. Если эта серия последняя. Боже мой. Что происходит? Дайте мне второе управление, как бы, Жека или как его там. ХП, блин. Перезаряжай бегом. Так, разобрались мы с вами с противником. Наша задача сейчас обойти гостиницу Аушальвию, но ладно, там все увидите. Я уже всю луку походу выучил.
знаем, кто и где. Что это такое? Водка побудьте. Окей. Так, сюда. Дергаем, короче, три раза. Этот шнурок. А мы здесь раньше не были? Не. Я часто останавливалась в придорожных гостиницах по всей стране, постоянно в дороге, в бегах. Не палилась, короче. Что интересно, это место напоминает все гостиницы одновременно, будто осязаемый сон. Короче, тыкаем сюда. Открывается у нас. Да, видите? А, смотри-ка. Как интересно. То есть открывает, то есть чисто параллельно дверь. Офигеть. Ну, короче, в одной из комнат. Сейчас еще тыкну. Серьезно, серьезно, да? То есть открывай параллельную дверь и все. На ключе черная пирамида. Я этого бы не понял, если бы я еще раз не тыкнул. Ладно, беру свои слова назад. Я хотел сказать, типа, что это баг какой-то, но, походу, нет. Обойти гостиницу Ocean View. А, слушайте, давайте глянем еще тогда. Может быть, тут что-то есть, а? Походу, не все двери открывают. Непонятно. Так. Вот мы, получается, нашли эту пирамиду. А если мы вернемся все обратно... Смотри-ка, действия нету. Опа. Опять три раза. Угу. Вон она что. Ладно, беру свои слова назад. Завершить испытание в астральном измерении. Окей, поехали. Так.
Телефон прямой связи предоставляет вашу вне портативной сущности. Я просто испугался. Это телефон. Предмет силы. Он не соединен с обычной сетью. Это прямая связь с астральным измерением и советом. Но я считаю, что через него можно связаться и с иными мирами. Директору нужна команда. Управленческая команда. Эти люди знают секреты бюро не хуже меня, а кто-то даже лучше. Дарлинг, Томаси, Сальвадор, Маршал. Маршал в особенности, она глава оперативного отдела. И видит меня насквозь. Она знает, что я не полагаюсь на людей. И если уж кого-то подводить, то самого себя. Но все меняется, когда ты становишься директором. Ну все, телефон у меня. Теперь можно связаться с Тренчем. Ну, выслушать его. Он похож на эхо. Эхо с важной информацией. Надо вернуться к Эмили. То есть в конференц-зал, да? Люди как-то бурно реагируют, когда я рассказываю о тебе. Может, пора рассказать Эмили? Она могла бы помочь. Сейчас она куда же бежит. Не говорят при мне. Двигайтесь. А я как бундук не хочу двигаться. В последний момент.
Короче, я возродился здесь, и я не вижу смысла сейчас. После корчевана. Варшавский конференц зал и все. Сюда. А, все. Сюда идем. А вообще, блин, надо было бы быстрое перемещение сделать. Это так складно. Раз я выйду на учет. Где наша Эмилин? Здесь. Джесси, вы нашли телефон? Как дела в отделе связи? Там шумы? Телефон у меня. Буду понимать слова Тренча. Чудесно. О чем он говорит? О своей управленческой команде, о людях, знавших секреты бюро. О вашем боссе, Дарлинге, о Томасе, но его нет, заражен шумами, и о Сальвадоре? Он глава охраны. А Маршал? Эллен Маршал, глава оперативного отдела, бывшая сотрудница ЦРУ. Она отправилась в сектор исследований на охрану производства РУГ. И не вернулась. Значит, надо ее искать. Как попасть в другие секторы? Это невозможно из-за изоляции. Как директор, вы можете снять ограничения. Но это можно сделать только в секторе обслуживания. Обычно мы туда ездили на межсекторном лифте. Он соединяет все сектора, но во время изоляции лифт не работает. Однажды мы уже пережили изоляцию. Наверное, я с этим справлюсь. Послушайте, Джесси, без подготовки, без тренировок, в этой экстремальной ситуации вы просто феноменально справляетесь. Похоже, воздействие шумов на вас не влияет. Я бы хотела провести с вами ряд тестов. Если вы не против, возможно, найдем нечто, что нам поможет. Тесты? Даже не знаю. Что, если она узнает о тебе? Хотя я бы хотела лучше понять тебя. Хорошо. Если это поможет. Отлично. Я проверю внутреннюю документацию на предмет обхода изоляции. Нужно открыть сектора, чтобы найти Дарлинга и Маршал. А я буду пробираться в сектор обслуживания. Чем быстрее туда попаду, тем скорее отключим изоляцию. Thank you.
Правая директора наручного управления. Так, найти почту центра обслуживания. Ок, а типа рубля было, получается, очки умения. А как их распределить? Энергия плюс 5. Здоровье мне важнее. Но, блин, вопрос. Где смотреть улучшение? Активер, наряжение. А шутер, наверное, вообще. Так, ладно. Вы это слышите? Кто-то поет. Пение. Откуда это доносится? Кажется, звуки идут из лифта. Говорят, новый директор метает предметы на 6 метров. Чушь собачья. Мы ни разу не фиксировали дистанцию... Время поработать. Увидимся в секторе обслуживания. Как я уже говорила, уборщик на моей стороне. Сектор обслуживания — это территория уборщика. Если я найду Ахти, то, может, он поможет мне с изоляцией? Вероятно, это ты впустила меня в старейший дом, когда он был изолирован. Но, возможно, это был и Ахти. У меня такое ощущение, что это он заставил появиться лифт из ниоткуда, чтобы я добралась до кабинета Тренча. Значит, Ахти тоже меня направляет? Ого. Снять изоляцию можно там, в аппаратной. Но как туда попасть? Они вообще на меня вообще вешаются? Вообще что, меня просто там зажали, а? Так. Шабурели, что ли? Thank you.
перемещения быстрого. Уборщика Ахти. Дышим. Что это там? Костюмная гнивка на секунду. Тихо. Силы лошади с помощью карателей. Лошадь карателей или что? Что это вообще? О, меня тошнит от этого места. Это предмет силы. Как, по-твоему, он сюда попал? Да, блин, ты... Лошадь с карусели. Почему детские вещи такие жуткие? Поняли, друзья.
прошли испытания в астральном мире. Еще. Б для уклонения. Не так. В смысле? Ну, что я же все делаю. В смысле? Что это такое? Что я не так делал? А, я понял. Там, походу, все закрывается, поэтому... Да. Как это работает? Все. Блин, в отдыхе еще. Так, отлично. Я прошел этот момент. Вот так. Угу. Да что не так тебе не нравится? Я не понял. Что тебе не нравится? Да что тебе не нравится? Вот видите, я просто пролетаю туда, и типа меня ничего не задевает. Что не так-то? Какая бредеть? Не, ладно, сейчас, окей. А сейчас-то что не так? Я вообще не понимаю, это вообще не... Чувак, это как в Джесси? И чё? А ты хоть так... Могут ли шумы теперь со мной тягаться?
Я ничего не вижу. Как эти пачки патроны открывать, я не понимаю. Как открыть мне способности? Я не понимаю, что от меня хотят. Ладно. Молодец. Ты получила работу. Время для поздравлений. И писать она. После прошлого случая мне нужен помощник. Что забавно. Я ведь тоже работала уборщицей. В этой роли я чувствовала себя более естественно, чем в роли директора. Из всех людей, кажется, только Ахти это видит. Да, здрасте, Ахти. Слушайте, нам нужно снять изоляцию, иначе я не смогу попасть в другие секторы. Можете подсказать, как добраться до пульта? Да, да. Очень просто. Тут рукой подать. Но сначала надо сделать работу. Маленькая работа на пару часов. Что-то мне подсказывает, что все не так просто. Ты думаешь, где тут собака зарыта? Да, надо сказать, и не вчера родилась. Из тебя вышел хороший помощник. Ну что ж, пора перестать лукавить. Макуляса нон перкелес уоранета. В этом доме есть проблемы с вредителями, большая. Они уже испортили насосы охлаждения. Генераторы для электроустановки. Перкеле. И пенсионер внутри чувствует, как вокруг головы затягивается обруч. Ситуацию нужно исправить, пока установка не взорвалась.
и мы не испарились, как пердёж в Сахаре, Перкеле. Буду стараться изо всех сил. Значит, нужно починить генераторы и охладительные насосы, иначе энергоустановка взорвется? Не волнуйся. Я оставил четкие инструкции. Поймешь, что к чему, прежде чем я уйду в отпуск. Работа на доске задач. Можешь сделать позже, когда будет время. В отпуск? Ладно. Да, отпуск не отменить, иначе ножны будут дребезжать. Но не волнуйся, справишься. И этот кризис растает, как прошлогодний снег. Тебе пора идти, чтобы потом не пришлось бежать со всех ног. Дверь сзади ведет к установке. Дверь сзади. Ясно. Спасибо, Ахти. Мы как-то ремонтировали энергоустановку НЭК. Так. Это что? Ага. Жги мусор. Бросай его в огонь. Жги все. Все до золы, да не жили. Господи, не, я не хочу этим заниматься. Искать это все. Ну нафиг, я лучше возьму сейчас. Хотя, ну-ка. Секторе обслуживания. А, Джессел помогает Ахти чужить мусор вокруг очага в секторе обслуживания. Ну-ка, давай попробуем. Все-таки. А, мы даже не знаем, где это сектор. А. Так это и есть сектор обслуживания. И искать это все. Ну, я не знаю. Мне неохота. Я думал, там все мерки будут, но нет. Ничего подобного не будет. Ладно. Право директора на ручное управление. Давай тогда. Бой выполнять и все. Вопрос, как мне туда подняться? Как мне туда попасть? Опа, откуси, берем тоже спать. Thank you.
Так, отлично. Угу. Ритуальный импульс. А как мне туда попасть-то? А, наверное, через лифт, скорее всего, потому что... Скорее всего, через лифт. Четвертый уровень допуска у нас, у меня только второй. Ладно. Блин, тут, конечно... Хрен, наверное, путь найдешь. Уборщик, значит. Блин, я не понимаю, куда я говорю. Сюда, что ли? Пенсионер. Да. Нортмур, мистер директор. Лезет на стены в своем. Что, вернулись обратно, что ли? Да. Просто двери пооткрывал. По шорткарте. Угу. И что будет, если эта штука рванет? Власти. Взрыв. Довольно. Директор понимал, что его долго уберечь и передать свет. Так, продолжаем. Так.
энергоустановочный НАК. Энергоустановка НАК. Это свой стоит? Реально? Здесь опасно, леди. Идите к шефу Аришу. Он внутри, он поможет вам. Хорошо. Поговорите с руководителем, чтобы безопасности Ариша в будке охраны. Ладно, найду его и продолжим. Нашел, значит, вход. А, это центр обслуживания. Тут точку контроля. Давайте захватим. Найти проход не могу. Ладно. Блин, здесь я кажется был проход, а его как-то не видел. Шеф Ариш, охрана ФБК. Почему вы не в убежище? На них РУГ. Мы на одной стороне. Меня зовут Джесси Фейден. Я здесь, чтобы воспользоваться правом директора на снятие изоляции. Да, да, шеф Ариш, охрана ФБК. Постойте, вы новый директор?
Очень приятно. Мэм. Давайте без формальностей, ладно? Конечно. Фейден. Мэм. Как вы и сами видите, у нас некое дерьмо, так сказать. Мы держимся, но то, что заразило наших сослуживцев, оно заставляет их крушить трансформаторы и охладительные насосы. НИК нагревается, а на моих людей нападают и не дают провести ремонт. НЭК? Простите. Жаргон бюро. Так мы называем энергоустановку. Большую гудящую металлическую штуку. Сальвадор, начальник службы безопасности, попросил меня защищать ее. Видите, там опасно. А доктор Дарлинг знал, что на установку нападут. Дарлинг? Он с вами? Нет, он пропал несколько дней назад, еще до того, как все покатилось к чертям. Он был не в себе, от него несло выпивкой. Постоянно болтал об уязвимых сторонах и о том, что его один большой РУГ нужен ему в другом месте. К счастью, он дал нам эти личные РУГ перед уходом. Кстати, я уже говорил, что он рвал на себе одежду. Слетел с катушек. Дарлинг знал о вторжении шумов. Послушайте, я могу задать 20 вопросов, как и следующий парень, но сейчас нам нужно заняться системой подачи воды и электросистемой, пока эта детка не взорвалась. Я попрошу, чтобы вам открыли двери. Я разберусь с этим. А вы не дайте шумам пробраться к энергоустановке. Шумы? Мы их так называем? А что цепляет? Послушайте, рации не работают, так что если встретите моего босса Сальвадора, спросите, какой у него план. Я уверен, у него уже есть план. Я буду смотреть в оба. Он и правда уверен в своем боссе. Берегите себя. Почините охладительное настройки к энергопреобразователю. Все закупорено с трубы Си по трубу F. Засор вернулся? Пиздец. Сейчас? О боже. Ахти будет в ярости. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что пора на этом с вами закончить. Продолжить следующую серию уже. А в следующей мы отправимся уже чинить эти охладительные насосы и энергопреобразователи. Что ж, всем спасибо, всем пока.